Так. Стрелы. А, и дневник. 5 июня 2011-го. Идут годы. Часто во сне я слышу шепот. Это шепчет императрица Солнца. Она торопит меня. С каждым рассветом мне является ее прекрасный лик. Это знак. Уже скоро, совсем скоро. Братья трудятся, не покладая рук. Они строят город во имя императрицы. Из всего того, что она собрала на этом острове. Они пытают чужаков и приносят жертвы во имя императрицы. Еще немного, и мы найдем ту самую. Я мечтаю покинуть не только этот остров. Я мечтаю избавиться от всего, что сопровождало меня столько лет. Груд мусора, смердящих трупов, тотального убожества. Если я верну мою императрицу, все это исчезнет в одно мгновение. Подобно восходящему солнцу, она зальет божественным светом все земли и моря, сжигая все на своем пути. И вот тогда, после этого очищения огнем, у меня начнется новая жизнь, безгрешная и счастливая. Да, чувак, Кащенко по тебе плачет. Давайте зайдем. Игра и в звуки. Сделаем так. Теперь можно продолжить. О, фруктики. Наверное, есть их. Никто не будет советовать. Так. Поджигатель. Зашибись. Один мешок. Ну, значит, я уже дофига упустил. Опа. Тайник. 5 из 5. Зашибись, друзья. Это обалденно. Так. Ну, вопрос, зачем я это сделал? А зачем вот это надо? Ах, вот зачем. Оу. Я думаю, надо побыстрее отсюда выбираться. Ларочка, давай быстрее. Ой-ой-ой. Ах ты ж ядрёна матрена. А, блин. Ничего не вижу. А, вот. Да, в твоих снах. Она существует, чувак. Так каждому ашоту по хедшоту. Опа. Мне помогли. Грим? Да.
Его больше нет. Дерьмо. А я думал, ему все нипочем. Он сражался до конца. Благодаря ему я здесь. Здесь скоро будет спасательный вертолет. Я знаю, что Сэмми держит отдельно, а Уитман где? Надеюсь, не в гостевых палатах. Видать, мистер Шоу выпросил комнату получше. Найдем его. И Сэмми тоже. Но отсюда мало что можно сделать. Сейчас я вас освобожу. Ну что, давайте попробуем еще раз. Ну-ка, так. Ну что, попробуем. Внимание! Вместе! Бобрать трупы. Бесполезно, Рейс. Готовы? Так, вот, трупик еще. Императрица Солнца, владычица Яматая. Да ты шутишь. Это, считаешь, это Яматай? Да, похоже, это правда. Ну, хоть что-то. Все же нашли это место. Так, правда, неправда, но сейчас мы вас отсюда скинем. Вопрос все охрененный, ему. Пол уже ходуном ходит. Не думай об этом, Лара. Просто вытащи нас. Отлично. Так, что? Так, а реально, что теперь? Ах, вот что. Четко. Или не очень. Ух, ё-моё. Спасибо, Йода. Очень вовремя. О, чёрт, у нас проблема. Хватайтесь за что-нибудь. О, пол из потока уходит. Посмотри внимательно. Внизу вообще нет никакого пола. Ё-моё. Шевели задницы, вытащи нас. Нифига себе, базар пошел. Что мне еще придумать? Олени. Друзья, я даже не знаю, что тут и можно сделать. Как я тебе его организую, ты ё-мо? Как же его можно сделать посильнее? Блин. Как же их сразу обе жахнуть-то? О, аллилуйя. Давай, Сэмми Уитман.
Фух. Вы на свободе. Ой, друзья, нелегкое это приключение. Ой-ой-ой, давай быстрей. Давай-давай-давай, Лара, быстрее. Не, ну я просто так уйти, конечно, не могу. Нужно, конечно, их обобрать, а потом уже идти. Еще. Ой, чуваку хорошо. Оу. Да, просто идти дальше. Ведь просто идти дальше. Давай, давай. Красота. Давай, давай, быстрей. Ох, все прям рушится. Куда идти? А, да, точно сюда. Пусть он извращенец. Уху! Ого! Охренеть! До тебя доберусь, ублюдок. А, ну хотя ты уже сам накосячил. Давай, Ларка. Опа, Уитман. Лара, ты жива? И вы? То есть, как вы? Что случилось? Они перестали видеть во мне угрозу и разрешили ходить почти свободно. Вы знали, где остальные? Да, Сэмми схватили. Но что я мог сделать без оружия? Это братство. Антропологическое чудо, Лара. Они чокнутые убийцы, доктор Уитман. Нам всем нужно выбираться отсюда. Да, конечно. Я посторожу здесь. Скажешь, как там что? Полагаю, ты не совсем понимаешь. Ты избранная, Саманта. Это большая честь для тебя, для всех нас. Кое-кто уже начал сомневаться, что мы тебя найдем. Но ты здесь. Послушайте, я знаю, что вы считаете меня особенной. Но это не так. Я не хочу быть избранной. Не имеет значения, чего ты хочешь. Важно, кто ты. Кровь Пимика течет в твоих жилах. Думаю, ты это знаешь, Саманта. Зачем все это, Матиас? Это же сумасшествие! Ты ищешь причины там, где их нет. Когда-то я тоже сделал эту ошибку. Тогда я думал, что сюда могут дойти корабли и долететь самолеты. Я просто хочу домой. Я хочу, девочка. И много лет ждал этого дня. Я жил ради него. Ты думаешь, я не пытался бежать отсюда? Это невозможно. Мы все здесь в ловушке.
Но ты, Саманта, в твоих силах освободить нас. Многие отдали свою душу за этот дар. Огонь все разгорается. А вторая девка исчезла. Надо с этим кончать. Дмитрий, сторожи ее. Лара! Боже мой, ты здесь! Я уже решила, что схожу с ума. Все хорошо. 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 Мое оружие. И как теперь отсюда выбраться? Надо уходить, пока он не вернулся. Уитмен! Уитмен! Черт, где же он? Беги, Лара, беги! Сядь! Беги! Тронный зал! Ну, начинается. Да ты... Воу! Так гораздо лучше. Умри, пидор. Так, зашибись. Тоже по-бурому все трубики обобрать и свалить нахрен отсюда. Отдыхай. Так, а нам куда, друзья? Нам бы куда податься? Податься. А, вот куда. Так. Блин. Стойкий ублюдок. А ты, пупсик, иди сюда. Да, ух, все на перезарядке все. Давай нормально перезарядись. А нет, не нужно. Ну ладно. Уймить-то. Ох. Хубабуеть можно. Ой.
Давай потанцуем. Чё? Ах ты. Теперь не спрячешься. Сейчас по земле раскатаю. Да ты косой, я ж не знаю. О-хо-хо. Дорогие друзья, теперь появилась у меня, наверное, новая любимая пушка. Обалдеть. Гранатомет. То выбираем то автомат и... Воу! Черт! Ой-ой-ой-ой! А, иди, по старинке сейчас завалим. Своим, дружок. До свидания. Ох ты ж. Пидор какой. Ублюдок, а. Опа, дробовик. Ну что, друзья, думаю, продолжим в следующей части. Спасибо, что смотрели это видео. Ставьте свои комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.